наше путешествие начинается с аэропорта. И, конечно же, я купила самую вкусную шоколадку здесь. Советую ее всем. Она, кстати, в России точно продается. Вкус соленой карамели. Самая вкусная шоколадка. Она даже выглядит как шоколадка из Вилли Вонки. Очень красивая. Амстердам немного дождливый сегодня, но мне нравится, что здесь тепло. В Москве мы так замерзли, было минус 12-15. Это голландский сидр. Какая красивая елка в лодке в этой. Не снимаешь руку. А снимаешь. Я все промокла от дождя. Какая-то русская музыка здесь играет. Играет на гармошке. Очередь в музей. Надеюсь, это для тех, кто без билетов. У меня есть билет. Здесь можно купить елку и красивый новогодний венок. Вот и елочки красивые. И сейчас пойдем в винтажный бутик. Очень красивый. Он прям люкс-бутик. Почти на все. С 16 декабря до 19. Сегодня 16, да? Сегодня да. Скидка 15% на все. Ну надо брать. Да. Так, ну что, найдем Эрми винтажную. Вон они. Маленькая сумочка. Ладно, не снимай пока, а то он что-то смотрит. Ну, я ничего. Они зачеркнули цену. Они 15 зачеркнули? Да. Келли твою, 12-500 написали. О, 39-500. 32. Ладно, брать, я считаю. А, кстати, вот 950, то есть самое дешевое. Это кто за мной следит? Такой милый пупсик с балкона. Мы приехали на центральную станцию.
и поедем на поезде Интерсити до Гаги к моей подруге Ане. Пойдем, Ариэл. Я, кстати, в отеле взяла зонтик. А-а-а. В ту сторону поедем? Не знаю. Сюда. Давай сюда. Это инвалидное там было? Там вагон был написан инвалидный. Не знаю. Не, там вход был для инвалидов, наверное. Ну что, ты где? Мы в Гаге. Гаг Централ. Централ. Гаг Централ Стейшн. Кстати, я взяла зонтик, но он немного странный, смотри. Сломанный? Нет, посмотри. А, ну короче, он мне не поможет. Он кривой. Это чтобы это чисто на одного хватило. Ну, кстати, похож наш на зонтик, который к коляске прикрепляют. Нужно, короче, приложить карту. Тут на вокзале на минус первом этаже стоянка для велосипедов. Впервые такую вижу гигантскую. Гигантский паркинг для великов. Наш 9-й трамвай, на котором мы доберемся до Депия. До побережья. Очень громкий поезд у нас. Немножко напоминает Сочи, потому что здесь не так много людей. Сзади такая как будто российская застройка многоэтажная. Странный рынок, вот одежду такую продают. Мне кажется, просто мы в неподходящее время приехали. Нашли какой-то прикольный ресторан с морепродуктами в Гаге на побережье. Мне принесли хлеб. Он такой мягкий просто. Когда такой мягкий, корочка твердая, а сам хлеб супер мягкий. И масло. Масло вкусное, масло соленое, нежное. И ролл. Устрицы. А у руса осьминог. А зеленое это что такое? Картошка. Почему она зеленая? Ну, она. С авокадо? С огурцом? Да, зелень. Пробуй. Все перекрываешь своими руками. Ну как? Французская почему-то, кстати, она. А что она французская? Ой, длиннющий эскалатор. Мы доехали на метро от центральной станции. What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Такие большие, они так пахнут. Вау, аромат классный, понюхай. Сейчас хочу сходить в Сиси Бой. Нашла вчера классный магазин. Красивое кафе, но больше всего мне здесь нравится посуда. Пойдем посмотрим чайничек. Мне кажется, нам нужна тарелочка. Starboy. Кто тут? After Hours. Beauty Behind the Madness. Echo Sky. Down in. Похож. На тебя. Сделай мне фотки с викингом. Да прикольно что-то было. Это старый альбом. Куда и дальше идем? Не знаю, пятачок. В онлайн-меню я видела, что брискет они до 4 продают. Но это может быть старое меню было. Наши не видели, что это. Называется Русик, взял себе ларч салат Цезарь. Какой-то он не сильно желтый, не оранжевый. Салат так делают, Цезарь? Где? Цезарь, Цезарь, да. Смотрите, круто, что здесь есть анчоусы. Даже любишь это. Я только из-за этого лежала. А, из-за этого? У меня ризотто с грибами. Русы тартар. Ну, подойди, свет закрываю. Шампиньоны. И картошка. По идее, она должна быть трюфелем, но я даже в соусе не вижу трюфеля. А вот это, кстати, что за гриб? Вот это. Какой-то странный, он не похож на шампиньон.
Второй собрал. Вита, вторая ман. А музыка где? First one! Показываю, что я купила в Амстердаме. Вот это я уже. Так. Это конфетница. Или можно туда какие-нибудь печеньки положить. Полотенце кухонное. Скатерть. Очень красивая. Диффузор соленая, карамель. Мыло. Gingerbread. Маска для сна. Я не знаю, зачем она, но она просто такая милая. Я решила ее купить. И полотенце.